Слава Ісусу Христу! Мира вам і мені, і всім нам, і народу нашому від Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Сьогодні у нас неділя, день, коли вся церква збирається для загального поклоніння нашому Богові, Творцеві і Спасителю. І сьогодні у нас особлива неділя, тому що в цей день у нас в цьому році розпочинає своє служіння недільна школа. Війна наробила багато лиха, і це лихо ще продовжується, і ми бачимо, що нас стало менше, і дітей стало менше, але служіння потрібно продовжувати, бути вірному Богові в тому, що Він нам доручив. І Бог благословить. От і ми просимо, щоб всі батьки, дідусі і бабусі, щоб ревнували о тому, щоб діти приходили в неділю на зібрання. Я так скажу, декілька так утрируючи, навмисно трошки категорично, що батьки, які не ревнують о тому, щоб їх діти були в неділю на зібранні в церкві, це невіруючі батьки. Бо вони на самом деле не вірять, що Бог благословляє, а піклуються про земне життя за іншими інтересами. Отож, сьогодні у нас неділя, сьогодні у нас недільна школа, тому і проповідь буде вона звучати і для всієї церкви, і деяким чином і для наших дітей, для наших підлітків. Я цю проповідь не встиг перекласти на українську мову, то, вибачте, буду говорити на російському язикі. Ось такий вопрос, к дітям, які тут є, підросткам, а кожен зрослий може перевіряти себе. Ви молитесь Богу? Особисто, лично, молитесь Богу или нет? И где дети молятся? Вот вы, кто присутствует здесь, дети на балконе или внизу, вот где вы молитесь? Дома, в собрании, в воскресной школе, может быть, в лагере христианском? И где вам вообще приходилось молиться? Может быть, кому-то из вас доводилось уже молиться где-то высоко над землей, скажем, на 9 этаже вы живете, или на 16 этаже, или еще выше, и вы там молитесь Богу? Кто-то, может быть, молился в горах, находясь в лагере. Кто-то, может быть, молился в самолете. Вы знаете, мне приходилось молиться в самолете, когда летишь и смотришь на землю, как все прекрасно, как красиво небо, славишь Бога за красоту, а перед посадкой вроде не боишься ничего, а молишься: «Господи, сохрани». Потому что и молился в самолете. А кто из людей вообще молился выше всех, находясь над землей? Мы не говорим уже об апостоле Павле, который, он сам не знает, в теле, не в теле он был на небесах. А вот кто из людей, живущих на земле, молился выше всех, находясь над землей? Это астронавты, американские астронавты, которые молились на Луне. На Луне молились, на Луне оставили Библию. Космонавты были неверующие, астронавты верующие и молились на Луне. А кто из вас молился, может быть, ниже уровня земли, может быть, глубоко под землей где-то? Знаете, я молился на глубине 910 метров. Не 90, не 100, не 200, а 910 метров. Это угольная шахта. И интересный случай еще был, что приходилось молиться, находясь на берегу моря. На берегу моря. И в то же время больше, чем на 400 метров ниже уровня Черного моря, ниже уровня Мирового океана. Какое это море? Я думаю, вы знаете, это какое море. Это Мертвое море, которое в Израиле. Его глубина, его поверхность сейчас находится больше, чем на 430 метров ниже от уровня общего мирового океана. И интересно, так можно себе поставить картинку. Где-то километров 80 на запад, может быть 100 километров, может километров 80, находится Средиземное море, которое находится на уровне мирового океана. Какие-то 100 метров и разный уровень воды. И представьте себе, в Средиземном море плывет подводная лодка, глубоко под водой, 100 метров под водой, это глубоко для подводной лодки, 100 метров. А над Мертвым морем летит самолет, на высоте 100 метров, тоже достаточно большая высота. Но получается, что самолет летит на 200 метров ниже, чем подводная лодка плывет. Вот такой парадокс. Подводная лодка плывет выше, чем летит самолет над Мертвым морем. К чему я все это веду? Что Богу можно молиться на любом месте. И в самолете, и в подводной лодке, и Бог слышит молитвы. Бог везде слышит и везде силен помочь.
Но под водой, в море глубоко можно молиться в подводной лодке благодаря как бы достижениям науки и техники. А кто из людей молился глубоко под поверхностью воды, когда еще не было подводных лодок? Я думаю, мы все знаем. Украинская Иона, в русском переводе Иона. Когда Иона молился Богу, находясь в чреве рыбы большой, то он такие слова говорил: «Ты вверх меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мной. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой обвита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня». До основания гор я не шел. Средняя глубина Средиземного моря около 1,5 километра. Наибольшая глубина больше 5000 километров. Такое глубокое море. И Иона говорит, что я не шел до основания гор. То есть он глубоко очень погрузился в чреве этой рыбы. Мы не знаем, какая это рыба. Очень глубоко был. И там он помолился, и там Бог его услышал. Вообще книга Ионы, мы будем о ней сегодня говорить, об этой книге говорить. О ком эта книга и о чем эта книга? Эта книга, естественно, об Ионе, главном персонаже. Это книга о главном городе, о котором говорится, о Ниневии. Это книга о моряках, которые были на корабле с Ионой. Это книга о других творениях Божьих, о рыбе, о растении, о червяке, о солнце и ветре. Это книга о Боге. Здесь очень много о Боге говорится. Это книга о спасении. Давайте посмотрим на основании этой книги, какой же Бог есть, как Он открыл себя в истории Ионы, в истории спасения Ниневии. И кому нужно спасение, и как нужно каяться. Вначале посмотрим на Бога. Чтобы напомнить нам это, быть готовым к размышлениям, я кратко напомню содержание этой книги. Ниневия, большой город, столица империи, город, известный своей воинственностью, грехами, злодеяниями, пороками и влиянием на Израиль, потому что Ниневия были врагами Израиля и все время старались поработить Израиль. И вот злодеяния этого города уже наполнили свою меру, и Бог решает, святой и праведный Бог решает этот город уничтожить. Но будучи святым и праведным, Бог является добрым и милостивым. Он не желает гибели таких людей. Поэтому Он посылает еврея, пророка Иону, чтобы тот пошел в Ниневию и проповедовал. Предупредил людей о грядущем Божьем суде. Но Иона еврей. Ниневия – это враги. Враги его народа, его государства. Враги Бога, потому что это язычники. И он не хочет их спасения. И он идет в другую сторону. Садится на корабль и плывет как можно дальше на запад по Средиземному морю. Бог не желает допустить гибели Ниневии, поэтому вначале посылает бурю, и он готов на крайне, готов умереть, но не спасать ниневитян, язычников, врагов. Поэтому он согласен на смерть, его бросают в воды этого моря, но Бог не хочет гибели Ниневии, и поэтому чудесным образом спасает Иону и в итоге заставляет его покаяться и идти в Ниневию, и он там проповедует, мы не видим там ни хора, ни оркестра, ни особых таких ухищрений проповеди. Он просто говорил только саму короткую проповедь. Еще 40 дней и Ниневия погибнет. Все. Он не убеждал там, как апостол Петр в день Пятидесятницы евреев, многими словами убеждал покаяться. И он это не делал. Он саму суть говорил. Но Бог совершил чудо. Весь город покаялся во главе с царем. Бог помиловал этот город. А Иона все еще ждал, когда же будет суд. И сел в стороне и смотрит на город. Жарко, солнце, Бог вырастил ему растение, опять же, как чудесным образом. И он сидит в тени и ожидает, как в интернете покажут, как убивают русских солдат. Ну, извините за такое, может быть, сравнение не очень удачное. Вот. И Бог допускает свои действия дальше. Он посылает червячка, червячок это дерево губит, это растение губит. Оно засыхает, солнце палит, ветер знойный. И он очень жарко, плохо, и он очень огорчился, до смерти огорчился. А Бог ему говорит: ты это растение не садил, не растил, оно за один день выросло, и тебе жалко его. А город Ниневии, там столько тысяч людей, столько детей, мне ли не пожалеть этот город? Это история этой книги.
И вот мы теперь смотрим, какой Бог, как мы видим в этой книге, какой Бог по своим возможностям, какой Бог по своему характеру. Вот каким является Бог по своим возможностям? Первое, что мы видим в этой книге, на что я хочу обратить внимание, что Бог – это Творец всего существующего. 9 стих 1 главы книги пророка Ионы. «Иона сказал им, «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». Это Господь небес. И они плывут по морю, Он сотворивший море и сушу. То есть все, что мы знаем и видим на земле, небо, море, суша, это все сотворил Бог. Бог – это Творец всего. Слова Господа Бога небес, они говорят о полновластии Бога. В книге Псалтырь, 102-м псалме написано, «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает». Тот факт, что Господь, Он Бог небес, это показывает, что Он превознесен над всем творением. Царство всем обладает. Мы видим, что Бог – Творец и Владыка всего. Таков Бог, которому служил Иона, таков Бог, которому служим мы с вами. Творец, Владыка всего. Мы видим в этой книге, что Бог присутствует везде. Мы видим, что Господь все видит и все знает. Вот отдельные стихи читаю из книги Ионы. Первая глава, первые два стиха, потом четвертый стих. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Когда Иона решил убежать, четвертый стих, «Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». То есть Бог видел Ниневию, Бог видел злодеяние жителей этого языческого города. Бог видел еврея Иону. Бог видел то, где он находился. Что он делал, куда он шел. Читаем вновь вторую главу, восьмой стих. Вторая глава, восьмой стих. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва твоя дошла до тебя, до храма святого твоего». Когда Иона находился в чреве, это или кита, или рыбы, огромной рыбы, Бог там его видел и услышал его. Третья глава, 10 стих. «И увидел Бог дела их, жителей Ниневии, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них и не навел». То есть Господь увидел покаяние Ниневии. Бог присутствует везде, Он все видит и все знает. Если Бог присутствует везде, это значит, что от Него невозможно убежать, невозможно укрыться. Третий стих первой главы. «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел в Иопию, нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и пошел, вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». Иопия – это берег, это город, порт на берегу, на востоке Средиземного моря, это где Израиль, а Фарсис это где-то на западе Средиземного моря. Вы знаете, я когда-то уже рассказывал, что я в детстве пытался убежать от своего отца. Не помню, почему уже было, маленький был, может быть, чуть немножко больше, чем Милания был. Но у меня в памяти до сих пор это помнится. Ступеньки, которые из дома нашего идут, и я быстро-быстро по этим ступенькам бегу. И у меня сзади рука раз за плечо и назад. Я не помню ситуации, почему так было, что было. Я помню удивление, как он меня догнал. Я ж так быстро бежал. Меня не могли догнать. Вот Иона, по-детски немножко, он знает, что я чту Господа Бога, небес, сотворившего небо и землю, и решил убежать от этого Бога. Какое-то такое величие пророка и тоже какое-то детское рассуждение. Давид, муж Божий, Псалме 138 так пишет, я прочитаю 7 стиха и ниже, Псалма 138. «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма,
так и свет. То есть никакое расстояние, никакое время суток, никакое местонахождение не закроет человека от своего Бога и Творца. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Вот и здесь. Иона думал убежать, но мы читаем, в 4 стихе уже читали, «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер». Бог вмешивается. Мы видим дальше, когда читаем, что когда уже Иону выбросили в море, 2 глава, стих 3, «И сказал Ион, это его молитва, Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня, из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего». То есть Бог послал рыбу, Бог совершил это чудесное поглощение, Бог контролировал и сохранял Иону во чреве этой рыбы, пока он не покаялся. И вновь Бог говорит, в 3 глава, «И было слово Господне к Ионе вторично, «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, что я повелел тебе». Может быть, эти слова сегодня коснутся тех, кто присутствует в доме молитвы кого-нибудь. «Выполняй то служение, которое повелел тебе». Если Бог что-то повелел нам, и мы знаем, что это воля Божья, вот, через слово, через сердце свое, через слова братьев, сестер в церкви, то не нужно ждать бедствий в своей жизни и переживаний. Встань, иди и проповедуй в ней, что я повелел тебе. Иона понял, что от Бога нельзя убежать. Господь сегодня присутствует на всяком месте. И здесь, где мы в доме молитвы, и там, где мы оставили свои домы, и во всех церквах сегодня Он особенным образом присутствует. Бог присутствует там, где горе, где скорбь, и там, где сейчас кто-то болеет и дома. И Бог присутствует и на фронте, и там, где люди сейчас под обстрелами и гибнут. Бог везде присутствует. Ничего не совершается без Его воли, поэтому на всяком месте можно и должно уповать на Него и молиться Ему. Бог сегодня видит нас с вами, тех, кто пришел до молитвы на служение. Бог знает, что мы делаем. Бог знает, о чем мы думаем сейчас. Бог не только все знает, но Он все контролирует и всем управляет. Посмотрите, Бог управляет морем, ветром, бурей. 1 глава 4 стих. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря». То есть Бог этим всем управляет. И если вмешивается Бог, то люди ничего не могут сделать против этого. Эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли. Это 13 стих 1 главы. Потому что море все продолжало бушевать против них. И если вмешивается Бог, то люди начинают бояться Бога. 16 стих 1 главы. «И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты». Бог контролирует всем, управляет морем, ветром, бурей. Бог управляет всеми творениями. Бог управляет большой рыбой или китом, мы точно не знаем, что это было. 2 глава, 1 стих. «И повелел Господь большому киту проглотить Иону, и был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». И 11 стих этой главы. «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». То есть рыба, не имеющая разума, она выполняет то, что повелевает ей ее Творец. Бог повелевает и управляет всем творением, в том числе даже растениями. 4 глава 6 стих. «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионы, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению». Это большое растение, если он в тени его укрылся. У нас сейчас вот осенью в Киеве, под Киевом, есть такие растения однолетние, которые вырастают 2-3 метра, у них большие листья, и сейчас белые цветочки есть. За один год они так вырастают быстро, 2-3 метра. Есть водоросли в океане, которые растут за сутки до 40 сантиметров. Там, где вода прогревается, солнца много, до 40 сантиметров вырастают за сутки. Некоторые виды бамбука растут со скоростью до 120 сантиметров. Больше метра вырастают за сутки.
А тут мы читаем за один день. Дерево выросло, из какого-то растения дерево получилось. То есть это был чудесный такой рост. Бог управляет этим. Бог управляет не только большими рыбами или растениями, Бог управляет и маленькими существами, маленьким творением, даже червями. Иона 4:7. «И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло». Бог управляет великим, солнцем, ветром. 4 глава, 8 стих. «И когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог, и просил себе смерти, и сказал, лучше мне умереть, нежели жить». Огромное солнце, огромное море, большая рыба и маленький червячок – все это находится в полной власти Бога-Творца. Всем этим управляет Бог. Мы говорили о том, какой Бог есть по своим возможностям. Теперь давайте посмотрим, какой Бог есть по своему характеру. И первое, на что нужно обратить внимание, что Бог, наш Господь и Бог, Он святой и справедливый. Первая глава, второй стих, начало фразы, окончание. «Ибо злодеяния Его дошли до меня». Бог видит грехи людей. Третья глава, восьмой стих, мы видим, что царь Ниневии признал то, что его жители его города и он сам делали много зла. Третья глава, восьмой стих. Это слова царя Ниневии. «Чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих». Жители Ниневии, повторю, это были воинственный народ, который был известен в свое время насилием и злом. И этот царь это признал, люди это признали. То есть Бог справедливый, когда он говорил, что злодеяния его дошли до меня, это было так оно и было. Бог праведный и справедливый. Он был справедлив в суде над Ионой. В то же время мы видим в этой книге, что Бог добрый и милосердный. Вторая глава, 9-11 стихи. «Бог помиловал и спас Иону. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. А я голосом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасение». Так молится Иона. «И Господь сказал киту, и он изверг его на сушу». То есть добрый, милосердный Бог простил своего непослушного пророка и спас его. «Бог пожалел и спас Ниневию», 10 стих, в 3 главы. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, которым сказал, что наведет на них, и не навел». И общая характеристика, которую в молитве Иона дает нашему Богу, это 4 глава, 2 стих. «И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты, Бог, добрый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Вот такие характеристики даны Богу. Это Иона не мог этого не признать. Бог святой, справедливый, и Он праведен в своих судах. Но Он многомилостивый, долготерпеливый, милосердный, добрый, поэтому Он не желает гибели людей. Он сожалеет о бедствии, которое люди переживают из-за праведных судов Его. И мы видим, что Бог тот, кто спасает. Иона говорит, 2 глава, 10-й, «У Господа спасение». Не у людей, не кого-либо еще. У Господа спасение. Это мы говорили о Боге, о Его возможностях, о Его характере. А теперь посмотрим на спасение. Тут было большое спасение. Тысячи и тысячи людей получили спасение, взрослых и детей. Как нам с вами спастись? То есть в спасении нуждаются все люди. Ниневия была особо грешная, поэтому Бог положил уже погубить их, ну, невзирая на время, на возраст жизни этих людей. Но в общем, каждый из людей погибнет за свои грехи, потому что нет праведного ни одного. Все люди согрешили, все мы согрешили. Все мы нуждаемся в спасении. К
Кто-то получает спасение, кто-то не получает. Но каждый человек должен осознавать, что он виновен перед Богом. И будет Божий праведный суд. Поэтому как нам спастись? И вот на примере жителей Ниневии можем посмотреть. Первое, что нужно, поверить Богу и Его Слову. 3 глава, 5 стих, начало этого стиха. «И поверили ниневитяне Богу». Проповедовал Иона, но у него было слово от Бога. И люди поверили этому слову, то есть поверили Богу. Наша задача проповедовать везде, особенно с кафедры, не свои хорошие мысли, а Слово Божье, потому что это Слово только может спасти. И чтобы люди понимали, что это Слово Божье. И они тогда могут в это Слово поверить для своего спасения. Поэтому первое условие для спасения – поверить Богу, Его Слову. Второе условие – это нужно покаяться и признать себя грешником. Мы читаем вновь 3 главу. Как дальше, 5 стих, что делали эти жители Ниневии? «И объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы, ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили». И чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Поверить Богу, покаяться в том, что совершали, и оставить свои злые дела, обратиться от злых дел к живому, святому, истинному Богу, к жизни. 3 глава, 8 стих, окончание, вторая половина. «Чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих». И 10 стих. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии». То есть, когда Бог видит истинное покаяние, Бог прощает и Бог спасает. Поэтому, чтобы спастись, нужно поверить Богу, нужно покаяться перед Ним в своих грехах, злых делах, и нужно на деле это проявить, нужно оставить злые дела и жить свято, обратиться к Богу. Вот так мы коротко посмотрели эту книгу, вспомнили, я думаю, все мы ее знаем, но иногда вспоминаем. Вот мы видим Бога в этой книге. Главный здесь персонаж не Иона, не Ниневия, Бог главный персонаж. Начинается эта книга словами Бога и заканчивается словами Бога. Видим, что Бог великий и сильный, Творец и Царь всего творения. Вы не такой Бог достоин славы и поклонения. Мы правильно делаем, что служим Ему и славим Его. Мы видим, что от Бога невозможно убежать, что от Бога невозможно ничего скрыть. Он знает все и видит нас везде и на всяком месте, в любых обстоятельствах и переживаниях. Мы видим, что Бог святой, Он гневается на грех, и Он наказывает за грех. Мы видим, что Бог в то же время добрый и милосердный, и сожалеет о бедствии. Он хочет нашего спасения. Написано, что Бог не желает смерти грешника. И мы видим, что именно Бог спасает. Никто другой, ни святые, ни угодники, ни Дева Марии, ни какие-то ни люди сами себя, ни кто-либо еще. Только Бог может спасти. И мы говорили о том, что для спасения нужно покаяться, обратиться к Богу и оставить свои злые дела. Мы сейчас будем молиться. Слава нашему Господу Богу, Творцу и Владыке всего существующему, Господу Богу всемогущему и всезнающему, Господу Богу святому, праведному и любящему и многомилостивому. Слава нашему Богу, нашему Спасителю, который спас нас. Ниневия покаялась и не погибла. Мы с вами покаялись и имеем от Бога спасение и жизнь вечную. Поэтому, если кто еще не примирился с Богом, то мы говорим сегодня вам от имени Божьего, что все люди грешные, все являются виновными пред Богом, независимо от возраста. Всем нужно покаяться, всем нужно смириться перед Богом, чтобы получить прощение грехов и жизнь вечную. Аминь. Помолимся.